прошу, начинает команда КВН «Общага». Муравей, который провалился в клавиатуру, почти 3 года жил спокойно под клавишей F12. Смешно, спасибо. Сборная Костанайской области, Казахстан. Бомж, живущий возле торгового центра, у которого есть 3 женщины, футбольный мяч и 500 рублей, требует называть его Берлускони. Еще смешнее, друзья, спасибо. Метрополитен, Хабаровск. Чтобы Никита Джигурда стал хоть чуточку поспокойнее, жена подарила ему рыбок. Но, как выяснилось, сытый Джигурда ничем не отличается от голодного. Самоцветы наше серебро. Я о Костроме. В костромских школах появляются все новые предметы. В этом году это доска и мел. Горизонт, Москва. Отсутствие смайлика в ответном смс-сообщении «пока не родила» заставило Андрея понервничать. Прошу, Саратов. А следующую шутку придумала моя бабуля. Анатолий Чубайс будет гореть в аду. По 3 рубля за киловатт. Ноль целых 0,5 получает команда КВН. Сборная Костанайской области. Спасибо. Продолжаем биатлон. 0,6 балла разыгрывается. Прошу, общага. Виктор понял, что на работе его не очень уважают, когда в его кабинете стали разводить поросят. Метрополитен, Хабаровск. Корейскому повару с очень добрыми глазами собаки доверяют до последнего. Дальневосточный юмор, спасибо. Самоцветы наше серебро. Мужик, покупающий каждый день водку в разных магазинах, не понимает, алкоголик он или шопоголик. Горизонт, Москва. Если Сергея Лазарева заставить быстро бегать вокруг высокой палки, то образуется огромная сахарная вата. Саратов. Шотландские школьники никогда не заглядывают под юбки, потому что цена ошибки слишком велика. Шесть десятых балла получает команда КВН. Мы предлагаем штрафной круг 3 командам. Общага, Метрополитен и Горизонт. Прошу, общага. Страничка черного юмора. На похоронах преподаватель стражный кортеж попал в пробку. Студенты подождали 15 минут и свалили. Метрополитен, Хабаровск. Хитрый врач убедил Анфису Чехову, что флюорография делается именно на телефон. Горизонт, Москва. В Москве найден первый сотрудник ДПС, который никогда не брал взяток. И завтра у него первый рабочий день, господа! Это, безусловно, прояснило ситуацию. Стало намного легче выбирать. Я извиняюсь, но... Мы хотели бы сделать... Еще один штрафной круг, но в обратную сторону. Между этими 3 командами. Окей, давайте так попробуем. Точно. Правильно. Прошу, Горизонт, Москва. Первое, что услышал инструктор по вождению после того, как вышел из комы, это фразу «Ну что, я сдала?» Метрополитен, Хабаровск. Николай Валуев может вырвать свою страницу из контакта. Общага. Наблюдение. У отличниц, которые очень хотели ответить, но их не вызывали, правая рука немного длиннее. Ну что ж, одна команда доказала свою состоятельность. Совершенно справедливо. Одна команда доказала, соответственно, 2 команды покидают с активом 0,6. Это команды «Горизонт» и «Общага». Таким образом, сразу 0,8 балла мы разыгрываем. Прошу, Метрополитен.
Тараканы в квартире Надежды Бабкиной при включении света не разбегаются, а водят хоровод. Самоцветы — наше серебро. Девочка, воспитанная на сериале «Элен и ребята», думает, что в мире есть только два вида помещений — гараж и кафе. Сразу видно, что команда опытная, взрослая. Не все помнят сериал «Элен и ребята». Прошу, Саратов. «Уроды, что вы делаете с кошкой?» — кричала бабка уродом, что ты делаешь им с кошкой. Итак, 0,8 балла получает команда КВН. Метрополитен Хабаровск. Финальный батл. Прошу, самоцветы. «Светская хроника». Самая молодая актриса из сериала «Папины дочки» была замечена в самом пафосном клубе Москвы. Так сказать, пуговка оторвалась. И ответ команды КВН «Саратов». После подорожания соли сторож сада понял, что стрелять солью невыгодно, и начал убивать. В этом конкурсе, на наш взгляд, побеждает команда «Самоцветы» наших серебряных.